Всем привет, с вами Сума, и вы находитесь на канале Сундук Геймеров. Сейчас на моих часах без 15 час ночи, я нахожусь в Польше. Вот, и как бы решил поснимать для вас видосик. Так, собрали все. Решил просто поснимать для вас видосик, быстренькие каточки, либо снайперский режим. Вот три режима аркадных, которые для вас поснимаю на данный момент. Вот. В следующем видео сниму классический режим. Тоже, я думаю, да, вот классический режим на любой из карт буду снимать. Вот, но пока вот эти три выберем с товарищами. Давайте попробуем согласно языку и выберем. Давай, начинай. Не знаю, как себя поведет сейчас пуб. Вот. Ну, не могу вам сказать, потому что пинг какой-то дичайший. Интернет 4G, а пинг вообще днище. Так, с какими-то турками, отключим их. Вот сейчас пинг 116, 108, 72. Вот вроде бы нормально. Так, с ними я прыгать не буду. Они постоянно в какую-то дичь прыгают. Так, у нас режим изобилия. Летим к самому краю карты. У нас четверо в самолете. Двое. Чтоб сразу не сдохнуть. Ну, так, вот. Нас выкинуло самой из самолета. Поэтому как-то так. Так, это, насколько я понял, 8-минутный матч. Оружие в изобилии. Мой уже один разбился. Вот такая вот мне тима попалась. Ну, попробуем без них. Третий рюкзачок, это хорошо. Кстати, одно из заданий Royal Pass — собрать 10 рюкзаков. Так, 60 патронов в наличии. Есть, хорошо. Так. Простите. Так. Так, двухкратный прицельчик нам пригодится. Так, ну 30 патронов, конечно, маловато. Мы практически в зоне. Это уже радует, далеко не придется бежать. Давайте возьмем коллиматор. Так, это уже хорошо. Быстро съемные взяли. На втором этаже. Так, 10 секунд до зоны. Гроза. Здесь уже война. Где-то рядом. Лазерный прицел. В пятом сезоне ввели лазерные прицелы. Так. Где-то тут была война. Так, там уже мои воюют.
Клеемочки найти патронов. Ясно. Команда у меня мечты. Ну что ж, будем стараться в одного. Так, это где-то рядом. Где-то в доме. Или за домом. Так, высовываться пока не будем. Осталось 14 человек. Всего нас. Так. С этой стороны никого нет. Это уже хорошо. Ну, там огрозы пошли. Так, будем шкериться. Как учил нас отец Шимора. Будем ждать, пока все перебьют друг друга. Ох, там перестрелка. Где-то в доме по-любому. Когда лутались. Так. Ладно. Приляжем, подождем. Так, на горе нет никого. По крайней мере, я не вижу. Залез на горку. Так, где-то там. Стреляет по-любому, потому что на горе. Вон он. За кустом не видно. Походу без оружия. Так, пока спрячемся. Так, надо быстренько перебежать. Где-то со спины стреляют. Так, будем ждать здесь. Тишина и спокойствие. Кто-то по-любому там должен ползти. Надо за домик. А то сейчас придут из-за угла. Надерут нам жопу. Так, ладно, двигаемся ближе к центру. Что это было? Чуть не оглох. В зданиях никого не видно. Где-то, я думаю, на этом здании сведется точка. Точнее, зона. Сейчас начнут бежать оттуда. Как ты меня не заметил, братиш? Опа. Вот этого я уже не заметил. Ну, топ-3. Без единого убийства. Как-то так.
Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте все, что вам не нравится или нравится. Вот. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.